Колумбия, привет! Я сегодня я Вадим. Я буду как сделать анимированные лапы в Counter-Strike Online 2. Я первым делом нужно требовать инструмент и VMT Editor. Это удобный редактор VMT Edit и VTF Edit. Первый. Ищем GIF анимации. Simply make here. Download. Скачать. Нет, такой игры. Не тренер этот, мы скачем. Видимо, также мне нужен GIF Splitter. Например, GS. GIF Splitter. Включение автофил интегрейте абут директори и еще нам на сегодняшний хер здесь 25 кадров, это нормально. Just speed. Готово. На второй шаг был второй шаг на сплиттер. Третьим, что мы будем? Открываем VTF Edit. Import. Еще на закладку Гуантанамо. Вот еще.
буквам И, Е. Е можно... Можно... Это вообще... Можно создать... можно импортировать на VDF, а не только Тарка. IPB, TDS, GPG, PNG, и все. Выбираем все. Выбираем все. Открыть. Теперь. Это настройка. Перейти конверт от руки. Пока все нормально. Проделали. Делаем. И ждем. Все. Все, все. Хорошо. Теперь сохранить. Сохранить в конструкторе этого. Custom Materials Effects. UELAP 2. Сохранить. После сделанного VDF открываем VMD. Новый. Так, текстур. Сначала выбираем Unlit Generate. На селекте from manage games был создал три Counter Strike Online 2 каст, но на две одинаковые Counter Strike Online 2 кастом Counter Strike Online 2 так вот это корневой Counter Strike Online 2 Custom, а второе Data Easy Strike. Все. Больше нет. Теперь выбираем Games, выбираем Counter Strike Online 2 Custom. Теперь Brawls. И выбираем ее, которая была создана. Юи Лаби 2. Открыть. Проксис. Первый. Первый это доллар Игнорез. Один. Индонон по... Проксис. Проксис. Они make it текстур. Текстура. Color base texture. Base texture. Далее.
Конечно. Animated external frame нам ва. Это доллар фрей. А треть, а последняя animated frame texture frame rate. Например, 10. Сохраним. Теперь к запуску. А теперь к запуску Counter-Strike Online 2. И ждем, пока запустится. Но, кстати, ну я заметил звук на обычный Panasonic звук клавиши. Запустилось. Вот я такой на матрице сделал. Вот так вот. Это UI Lapi 2. Так вот, анимация. Где наслаждаемся серии анимации. Как оно подавалось от фликера. Вот так. Вот такой крутые анимации на кивках. Вот сейчас спасибо. Подпишись на канал. Ставьте лайк. И будет вам рады, а также можно затонатить меня. Всем спасибо, до свидания.